имелись так там обеда. Еще поздравляю вас с успешным выступлением на азиатских играх. Впервые 8 медалей, 3 золота, серебро, бронза. Ну, что сказать, просто потрясающий результат. Как вот этого добились? Спасибо, добрый день, Тахир. Ну, я вчера вечером приехал. Ну, я думаю, результат был очень колоссальный на сегодняшний день. Вот. К этому результату ты сам свидетель. Долго шли. Это 3 золота, 1 серебро. Вот. И 3-4 бронзы. Это колоссальный результат, я думаю, наши ребята. Ну, это, конечно, труд тренеров, самих спортсменов и слаженная работа федерации. Вот. И спасибо тебе, постоянно ты каждый день поддерживаешь, как мы идем к этому результату, постоянно поддерживаешь. Поэтому это общий результат. Я в связи с этим хочу поздравить всех кыргызстанцев с успешным завершением азиатских игр, 19 азиатских игр в Китае. Это исторический момент. 16 медалей, 8 это борцы на сегодняшний день завоевали. Ну, впереди очень много планов у нас. 23 года. До 23 года у нас чемпионат мира будет в Албании. Вот сейчас. Это самый основной старт этого года, это последний старт. Потом уже подготовка к Олимпийским играм и весной 24 года у нас будет, в апреле месяце будет чемпионат Азии среди взрослых по 3 видам борьбы. И лицензионный турнир будет, азиатский лицензионный турнир на Олимпийские игры. Ну, подготовимся, планов много. Вот, в скором времени мы хотим большой, такой маленький праздник сделать для борцов. Тогда мы собираемся пригласить всех наших сотрудников средств массовой информации, блогеров, наших спонсоров, болельщиков. Вот, ну, если так там обедаешь, многие спрашивали, не тяжело ли было Акжолу, Жаламану и Айсулу после чемпионата мира сразу практически выступать на азиатских играх? Ну, вы же сами знаете, сама она азиатские игры, как олимпийские игры в азиатском регионе. 4 года один раз проводится, все готовятся к этому соревнованию. Вы же сами посмотрели же, спортсмены, борцы Северной Кореи, там чудеса творили. Они нигде не боролись, ни чемпионата мира, ни чемпионата Азии. Вот приехали, азиатские игры выигрывали. Вот. Самый престижный вес, где боролась наша Айсулу Тынабекова. 57 килограмм, вы там видели, да? 65 килограмм, там, Северной Кореи. Поэтому это игры, поэтому и олимпийские, это самое высшее достижение в азиатском регионе. А в 24-м году будет мировая игра, это будут олимпийские игры. Поэтому мы будем тщательно готовиться. Сейчас тренерский совет, федерации, будем планировать, как подвести к олимпийским играм наших борцов, чтобы они выступили успешно. Есть план, в дальнейшем будем работать еще. Ну, еще раз хочу подчеркнуть, это слаженная работа федерации. Вице-президенты, члены бюро федерации. Многие думают, что это федерация какая-то там. Федерация – это общественная организация, которая трудится настоящие патриоты своего страны. Вот. Те, которые любят борьбу. Вот я, например, с 98 года, так это тогда еще молодой был. Помню, журналисты. Мы и бегали. Вот. Я хочу и медиков. Бахтугул Насыровна, Алишева. Она молодец. Она с нуля начинала. Мы вместе начинали. Одним словом, 25 лет, 23 года тому назад мы вместе начинали. И вот видите, какой результат. Шли. Окончательный результат, я думаю, всех порадовал. Я хочу
еще раз поздравить наших тренеров, федерации. Здесь и в Бишкеке, и в Кыргызстане, и в целом все болели за наших борцов. Ну, я думаю, что они не подвели. Ну, пару, конечно, там были моментов, пару, тройки весов. Вообще-то планировали 57 по вольной борьбе, 65 должен был там. Но это спорт. Сегодня выигрывает, завтра проигрывает. Вот. К этому и все и готовятся. Поэтому, я думаю, хочу пожелать нашим борцам тоже хороших успехов в дальнейшем. И успешной подготовки. Пожелать хочу всем федерациям, тем, которые олимпийским видом. Хочу борцы плавания, штанга у нас сейчас, легкая атлетика тоже там сейчас хорошие результаты дает. Я думаю, пару-тройки медалей должно быть на Олимпийском. Удачи!